Друзья, всем привет из музея Марк. Только что сходили, к сожалению, снимать на территории, ну точнее, внутри музея нельзя. Вот. Но очень классная выставка. За 3 евро по воскресеньям можете зайти, посетить. Здесь есть кафешка, понятное дело. Не очень дорогая, кстати, хорошая. Ну и выставка, самое главное, очень понравилась. Доисторические королевства, ну не королевства, а как государства Европы. Вот. Очень интересно. И выставка такая международная, то есть здесь материал, экспонаты с чуть ли не 30 мировых музеев из разных стран. Из Испании, из Франции, Германии, Словакии, Венгрии, Бельгии, Германии, да, то есть вот из разных-разных стран. Очень классно. Кстати, узнал буквально в этом музее, сейчас посмотрел, что, оказывается, раньше это был госпиталь, больница, да. Была, называлась «Hospital de San». San Juan de Dios. Вот. Так что, hola. No, no se puede.